в Санкт-Петербурге одному счастливчику подрочили прямо на ВИПе. Факт. Не спрашивайте, откуда я знаю, это не ваше дело, просто это факт. Это я все к чему. Если вы сейчас вдруг со своим молодым человеком на ВИПе и заскучали чуть-чуть, помните, что это, во-первых, запрещено делать в общественных местах. А во-вторых, ну просто задумайтесь, ну неужели ваш мужик сейчас так этого заслуживает? Он просто купил вам билеты подороже, а всю работу здесь делают вот эти ребята. Вперед, руки никогда, потом бьет тебе прямо в лицо. Бывает, кто-то одолжил и не отдал, я такое видел раз 500. Бывает, мне теперь по-братски в карман, отсыпает травки и порошка. Бывает, друга позовешь на 100 грамм, а он нажрался и насал тебе в шкаф. Бывает, от любви на крыльях Париж, выйди за меня, ее попрошу. А она потом при всех говорит, мол, ей не нравится король и шум. Бывает, кто-то сказал, потерпи, перчатку натянул на плеча. Бывает, вместо классных цепыних пик отправляешь себе меча. Бывает, очень знающий миг, и полхуйня этот ваш рэп-хоп. Но это все не про тебя, погоди, это объясняется легко. Эти простые, но в то же время великие слова. Нашли себе мужа-айтишника. Те же, кто промолчал, встречаются с региональным рэпером. Давайте посерьезнее отнесемся к вашему будущему. 3, 4. Это шубу мир. Эти роликсы. Все на свете. Муж купил мне. Это шубу мир. Эти роликсы, муж купил, все на свете, муж купил, муж купил. Мужики, есть чем ответить нам с вами. Слова еще проще. Сокупил. Давайте, соколики, разом. 3, 4. Это пиво. Сокупил. Эти гребни. Сокурил. Эти грехи. Сокурил. Все на свете. Сокурил.
Мы придумали такую же распевочку специально для Череповца. Где твой муж? Муж сидит. Это между нами, не рассказывайте мне. Это добрая шутка.